Айла, привет! С открытием тебя! Я теперь понимаю, чем ты занималась эти 3 недели и не приходила в тренажерный зал. Прости, но я... меня! Вот результат. Да, я поздравляю тебя с открытием клиники с уклоном на интеграционную медицину. Расскажи, что здесь есть и какая новая у нас теперь медицинская точка есть в Казахстане. Это клиника с интегративным подходом. Quintessence – это вообще, если взять философию, это самое лучшее, видоизменение. Наше тело вообще считается 5-м элементом на этой земле. А клиника персональной медицины, потому что мы консилиумно решаем, как мы можем помочь, чтобы ты вышел с этих дверей здоровым и счастливым. Я хотел бы тебя попросить, чтобы казахстанцы сейчас тоже воочию это все увидели, но и я тоже впервые посмотрел. Тебе интересно себя увидеть? Мне очень интересно, я хочу посмотреть и диагностику, и сам процесс лечения. Без проблем. Я тебе, кстати, буду по ходу рассказывать. То есть замысел клиники был такой, что ты пришел, и ты чувствуешь себя комфортно и как дома. Вот я уже чувствую себя как дома. Наша минеральная вода, обожаю минеральную воду. Я вот смотрю, что это нестандартные наборы БАДов, инновационные какие-то другие, которые не встретишь в обычной аптеке. Мы подбирали такое, что действительно точечно и будет эффект. Ну вот как узнать, есть ли какие-то проблемы, это обязательно диагностика. Это наш эндокринолог. Здрасте, здрасте. Ты не против, если мы посмотрим, как тебя принимают? Ну, давайте. Да здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Вот как вы смотрите на то, чтобы вот спортсмены, которые бросили свой спорт после 40 лет, они так вот расплываются, гормоны плывут. Что вы им посоветуете? Надо просто прийти в клинику, пройти короткий чекап. На вопрос прям в лоб. Да. Мужчинам ГЗТ нужен после 40 лет? Подход сугубо индивидуальный. Надо смотреть. Тебе еще рано. Пойдем дальше. Здесь наше чудо – Метатрон. Звучит как Мегатрон. Метатрон вообще в эзотерике – это такая геометрическая фигура, которая соединяет все точки Вселенной, тело в едино. Ты хочешь проверить, все ли у меня на места? Да. Страшно, это все мы по телевизору покажем. Одевается вот такие вот датчики на голову. Так, извини, я испорчу тебе чуть-чуть прическу. Можешь удобно сесть. Мы взлетаем. Ну, ощущения такие, да. Это страшновато да. Чуть-чуть. А мне надо было что, думать о чем-то хорошем? Нет, ой, ты без разницы, хоть плачь. А Метатрон – это изобретение прям вот недавнее? Нет, на самом деле. Его 16 лет разрабатывали Омским научным институтом. Его в России 2. Один в Санкт-Петербурге, один в госпитале при МВД Российской Федерации. Один в Японии, один в Тайване. Один еще где-то и у нас теперь. Чем светлее точка, тем лучше. Мы смотрим точечно, мы собираем консилиум. Кардиолог, эндокринолог, чтобы в дальнейшем назначить дополнительное обследование. Чем темнее, тем хуже. За счет двух, скажем так, правой и левой стороны магнитных волн мы видим резонанс, который происходит. Почему у меня красная точка там? Вот, она и переходит. Мышцы рук забиты, вот эта часть. Качался? Да, сегодня. Лимфатическая система забита. Это бани, как часто ходишь? Вот не люблю я. Вот, надо бани обязательно. Тебе как спортсмену для восстановления. Кровеносная система, пожалуйста. Виски не давят? Нет, давление есть у меня. Вот. Ой, это ЦНС, да? Все поражено. Сейчас тебя остеопат примет, он тебе освободит блоки, и нервная система восстановится. Как бы это ни звучало страшно, но 90% того, что я знаю, оно прям один в один. Просто вот эти 10%, которых я не знаю, я просто их отдельно не проверял. Ну да, как язва и... Простати, да, вот я этого не смотрел, но я посмотрю обязательно. Но все остальное, сердце, желудок, это да. Я сдаю анализы в эквиваленте, там, 1050 каждые 2 месяца. И я смотрю вот прям все. Но здесь получается вот за раз он все показал. Я тебе скажу еще, он в 2 раза дешевле. Все для людей. Пойдем дальше. Давай тебя сразу к остеопату, чтобы... Мне прям страшно стало. И мышцы забитые. Сегодня у нас очень интересный пациент. Мастер спорта международного класса, чемпион мира. Ой, уже больно. Вот. Имеет внутреннее напряжение на мышцах. Организм не восстанавливается полностью. Очень много накоплений межтканевой жидкости. Сейчас я расслаблю рефлекторного мышца, и вы почувствуете легкость в ногах. Это называется... Мягкая техника мануальной терапии по методу Карла Левита. Сейчас будет казаться, что я убираю руки постепенно. Есть такое ощущение? Да. Вот, это начали расслабляться ваши мышцы. Сейчас мы снимем лишний тонус. Завтра вы можете рекорд установить. О, боже мой. Вот так. Иногда чемпиону приходится потерпеть.
Вот так, вот молодец. Оп. Вот. Вот. Вот так. Вот так. Вот так. Все, Алихан. Очень круто. Вот. Мне прям глаза открыли. Теперь надо лечь и расслабиться. Получается, вот клеточную жидкость, видишь? Mm-hmm. Тебе надо ее убирать. Она не всасывается в клетке, она просто около. Смотрите, жир у него 10%. Кто не знает, это очень хорошо. Ну, это мой кабинет. Сейчас будет не больно, мы тебя проверим на дефицит и присаживайся. Швейцарский аппарат. Что давай делать? Свою руку. Магния не хватает, кремния не хватает, цинка не хватает. Подтверждает исследование Метатрона. Да, и следующее. Медь. Будешь пить, перестанешь сидеть. Витамина А у тебя много, витамина Е много, а Б-шек у тебя не хватает. Ну и вот в целом резюме. Суставы и детокс, прям вот это то, что надо прям в первую очередь исправлять. И снижать надо стресс. И расслабляться. Отпуск, да. То, что доктор прописал. Да. Самое главное... В здоровом образе жизни, в фитнесе, в биохаке, неважно, сколько тебе лет, то самое главное – это диагностика. Теперь мы продиагностировали меня, вернее, я знаю все, доктор знает, и вы знаете все обо мне. Не такой я уж идеальный, как вы мне пишете в Инстаграме. Есть у меня минусы. Очень много оказалось. Плюс только в том, что у меня жира очень мало. Но главное, что я вовремя спохватился, и теперь я уже понимаю. То есть я занялся биохакингом, мне хочется расширить свои физиологические возможности с помощью инструментов. Современная диагностика и современное лечение, интеграционная медицина дает эти инструменты, и, соответственно, мы, во-первых, можем и прожить дольше, а человеческий организм рассчитан... 120 минимум. 120 минимум. Ну и самое главное, что эти 120 лет нужно прожить еще качественно, наслаждаясь каждым днем и запоминая это все своей памяти. То есть это должно быть красиво. Все верно. Обязательно. Смотрите за своим здоровьем, следите за ним и лечитесь у профессионала. Через месяц я все это проверю и покажу свои результаты. Да. И вот тогда мы посмотрим.